Диспансеризация знакома нам с самого детства. Мы проходим ее в школе, потом в институте, но с окончанием учебы обязаловка заканчивается. Нам часто не хватает времени подумать о своем здоровье. Да так ли она важна? Вопрос помогла разрешить заведующая отделением профилактики Видновской районной больницы Лариса Соловьева. В рамках Видновской поликлиники прошли диспансеризацию порядка 4000 человек. И мы благодарим жителей, работников предприятий, находящихся на территории Ленинского района, которые приняли участие в этой акции. Выявлено немалое количество заболеваний неинфекционной природы, таких как онкологических заболеваний, заболевания легочной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди обнаруженных недугов – сахарный диабет, который, со слов Ларисы Владимировны, в последнее время диагностируется все чаще. Болезнь очень коварна, на запущенных стадиях она приводит к серьезным последствиям. Развивается диабетическая стопа, которая ведет к ампутациям конечностей, и потеря зрения, и поражение почек. Поэтому важно выявить заболевание на ранних стадиях. Часто ночные мочеиспускания, похудание, сухость во рту, жажда. В первую очередь мы приглашаем пройти диспансеризацию. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Для этого и существует единый диспансерный день в Видновской поликлинике. Вам нужно всего лишь подойти в регистратуру с 8 до 12 часов, прихватив с собой паспорт и страховой полис. Можно в свободное время прийти в субботний день и пройти диспансеризацию. В частности, 12 числа, 12 ноября и 3 декабря будут расширенные диспансерные дни. Причем процедура абсолютно бесплатна. Очередей бояться тоже не стоит. В единый диспансерный день их просто нет. Вся процедура займет у вас не больше полутора часов. Значит, это вещь-то нужно обязательно, обязательно должны все, в принципе, пройти. Но там, кто не может, значит, должны, может, на дому. Как говорится, здоровый человек – счастливый человек. Будьте счастливы, дорогие видновчане, пройдите обследование и идите по жизни с уверенностью в завтрашнем дне. Илья Кремнев, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.